Отже, до нашої студії сьогодні завітали Андрій Синельников та Олександра Синельникова, керівники школи аргентинського танго. Доброго ранку, вітаю вас у нашій студії. Сьогодні ми разом з ними будемо вчити пристрасне аргентинське танго. Отже, давайте трошки заглибимось у історію цього свята, цього танцю. Чому почали, запровадили Міжнародний день танго? Ну, вообще, это как бы день рождения Карлоса Гарделя. К нему и приурочили День танго. Он родился 11 декабря 1880 или... 1890, там нет точной даты, да, к сожалению, да. Там разница в 3 года. И он один из первых, кто начал петь танго. И самый спеват? Да, да, именно петь танго. И к этому дню и приурочили... К его дню рождения приурочили день танго. На самом деле многие удивляются, говорят, о, Карлос Гардель, знаменитый танцор танго. И когда начинаешь объяснять, что он не танцор, а певец, все таки, да, ну, да, хорошо. Правда, это самый шок зараз. Добре, наскільки танго взагалі важкий танець? Да, он один из самых сложных танцев, но из той же самой степени он один из самых легких. Но поскольку это танец импровизации, тут нет каких-то заученных связок, заученных движений, станцованности двух людей. Это полная импровизация. Мы проживаем с любым человеком, можем станцевать. Абсолютно. Не зная даже самих по себе движений танго. С чем может, с какими сложностями от самого в початку может зіштовхнутися от новачки? Взаимодействие. Два человека должны взаимодействовать как одно целое. Вот это самое сложное. А движения, они легкие. Ну, тогда давайте попробуем все же уже перейдемо у рухи, почнемо вчити. И я буду вчити разом с нашими тренерами, я відкладаю трошки папочку. Так, с чего мы почнем? Так. Танго, оно начинается всегда с объятий. Объятия, смотрите, мы немножко покажем. Каких-то предрасполагающих движений в танго нет. Это просто... В танго существует всего лишь два движения. Это шаг и поворот. Все, больше ничего другого нет. Все остальное – это импровизация, перетекание с одного движения в другое. Так, поэтому, все важно. Смотрите, мы всегда стоим друг напротив друга, и объятия у нас с касанием тел. Угу. Обязательно. У нас существует только шаг. Люди, уважно, дивіться, уважно. Шаг, шаг, шаг. Мы просто ходим. Танго – это не танец. Танго – это прогулка. И повороты. Поворот, поворот, шаг, поворот, шаг, поворот, шаг, поворот, шаг, шаг. Все, это основа нашего танца. Это шаг и поворот. Все, других движений просто нет. Самое сложное, то, что я сказал, это взаимодействие. Угу. Понимание друг друга через касание. То есть я ей ничего не подсказывал. У нас каждый шаг был импровизацией. То есть на интуиции якось, вот все между собой просто воно... На тактильных ощущениях. Можно вас? Так. Поверьте, вы почувствуете. Я сейчас просто вам... предложу шаг. Куда мне руку? Вот обнимите, да. Просто положите, мы обнимаемся. Сейчас делайте шаг, следующей ножкой шаг. Следующая ножка шаг. Следующая ножка шаг. Не, мне... Это как... Смотрите, мы с вами гуляем. На самом деле, любой аргентинец, который танцует танго, что для него самое важное в этом танце? Это объятие и прогулка. Танго – это, по сути своей, мы не танцуем, мы общаемся в прогулке. Общение для нас – это наше объятие, движение – наша прогулка. Все, мы общаемся, гуляем. Может, так все легко начали? Да, мы гуляем. Просто куда эти ноги, чтобы не наступить. Следующая ножка, следующая ножка, следующая ножка. Правая, левая, правая. Просто мы... Когда идем по улице, мы же не задумываемся, какой ногой идти. Мы идем следующей ногой. Следующей. На эту наступили, на эту наступили. Следующая, следующая ножка, следующая. Все просто. То есть это найпростіше. А что есть найскладніше? Можливо, есть какие-то такие, чтобы показать? Движение
Есть. Есть очень сложные движения, где необходимо удерживать положение наших тел. Вот, допустим, как валькада. Ого! Тут уже сложность идет в удерживании самих тел. Вот я сейчас просто буду идти назад, а Саша останется на месте. Неимоверно. Нам просто даже руки не нужны для того, чтобы держать друг друга. Мы удерживаемся за счет касания тел. Мы понимаем друг друга не за счет объятий руками, а за счет касания корпуса. Потому что двигается у нас корпус. Я переношу свой вес с одной точки на другую точку. Это чувствует девушка, и она следует за мной. Но не сколько девушка следует за мужчиной, сколько мужчина следует за девушкой. Я сейчас поясню. Мужчина только мотивирует девушку на движение. Девушка выполняет его самостоятельно. Он ее туда не ведет, он ей предлагает. А она чей поборется, да? Да, она согласится или нет, это ее право. Она же танцует тоже свой танец. Она не его танец танцует, а свой танец танцует. Не мужчина задает полностью весь танец. Они сообщаются. Он предлагает, она соглашается, либо нет. Она его тоже может смотивировать на предложение какое-то. То есть вот очень тонкая взаимодействие. Боже, який танець такий цікавий. Не все так просто. Когда девушка начинает свое движение, вслед уже за ней идет и мужчина. Мужчина как бы девушку сопровождает. Угу. Ось так. Тобто все просто. Ну це якщо от як ви пара, то все легко. Я думаю, що якщо от просто так партнери, чи все в танці народжується? Ми путешествуємо теж, їздимо по всій країні і в інших країнах були. Люди, которые танцуют аргентинское танго, они даже могут не общаться на одном языке. Мы можем жить на разных континентах. Язык танго, он во всем мире один. Я могу стать с любой девушкой в любой точке мира, и мы будем танцевать. Хочу сподобаться. Александра может стать с мужчиной в любой точке мира, который танцует танго, и будут танцевать. То есть это такой танец, что поедный просто сердца, души, и тогда уже... Ну добре, тоді я зараз прошу просто майстер-клас для нас, для мене, для глядачів, щоб ми подивилися просто на чарівний танець. Прошу. Хорошо. Включайте музику. Так, чекаємо. Thank you.
Ну просто браво, браво, супер, просто дякуємо вам за такий майстер-клас. Я думаю, нашим глядачам просто неймовірно. Якби ви відчували, тут така атмосфера, просто пристрасть, любов, таке в повітря витає. Ви самі бачили просто, який чудовий просто танець, як було все чудово. Дякуємо вам за цей майстер-клас, що завітали в нашу студію.